Здравствуйте, научные сотрудники. Спасибо за участие в фонде SCP. Если говорить вкратце, ваша главная цель на данный момент – покинуть лабораторию. Но есть небольшое «но». Из камер содержания сбежали несколько объектов. SCP-096 «Скромник». Смотреть на него запрещено. SCP-939-53 «Собака». Отсутствует зрение, но обладает идеальным слухом. Запрещено бегать. SCP-173 «Печенька». Безопасен при зрительном контакте. Но что произойдет, когда вы моргнете? Мобильная оперативная группа «Эпсилон» прибудет в лабораторию для вашего спасения. Повстанцы хаоса. Полная противоположность отряду МОК. При возможности избегать. На этом наш брифинг подошел к концу. Желаю вам удачи. Да, это я. Меня зовут Джокер Джорики из психушки. Тоже я сбежал, но зачем я тут? Ну вы сами поймете. Ну, короче, смотрите. Заключенные D061 на выход. Ну вот, как всегда, перебивают песню. Я бы лучше на месте был хорошим-ка ангелочке. Но ты бы сам не знал, зачем я тут. Так, а что у меня? Что? У тебя будет эксперимент SCP-173, и все. И будет у тебя выполнен. Договорились. Прошло 20 минут. Подойдите к SCP-173. Мы лучше не подойдем. Слышь, давай лучше ты. А, окей. Это просто скульптура. У нас произошли объекты случайным образом двери. Стоп! И гьем. Ладно, валим. Два. Спустя. О! Thank you.